Кузьмин, присутствует. Зам гендиректора МАГАТЭ Чудаков. Уважаемый Александр Ильич, разрешите доложить о ходе строительства атомной электростанции? Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент. Исторический. Страна становится ядерной державой. На территории площадью в более 100 гектаров осуществляется строительство 130 основных зданий и сооружений. Спуском первого энергоблока. Это на самой площадке атомной станции. Да, это 130. Общестанционное здание сооружения. Первый энергоблок, второй энергоблок. Я понимаю, площадь вот этой строительной площадки и обслуживающей больше, чем площадь самой станции. Да. Но я так с вертолета посмотрел почти два раза. Да. С вводом первого энергоблока будет 88 объектов введено, с вводом второго 42 объекта. Российский проект АЭС-2006 поколения 3+, удачно сочетает активные и пассивные системы безопасности. Срок эксплуатации станции 60 лет, с возможностью продления до 100 лет. Общий объем производства и передачи в сеть электрической энергии порядка 18 миллиардов киловатт-часов. Общая численность по проекту предусмотрена 2533 человека. Уже в штате набрано, проведено обучение 2151. 62 человека — это иностранные граждане. В основном это набраны были персонал, имеющий опыт работы на атомных электростанциях и в России, и в Украине. Вот атомная электростанция белорусская позволит снизить потребление природного газа около 4,5 миллиардов метров кубических. Это позволит и снизить нагрузку на валютный рынок страны в объеме 550 миллионов долларов США в год. Ну и, конечно же, снижение парниковых газов, выбросов в атмосферу более 7 миллионов тонн. Это тоже положительное влияние на климат в регионе. По строительству атомной электростанции у нас сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» не заканчивается. У нас будет взаимодействие и период эксплуатации атомной электростанции, белорусской атомной электростанции, а также по другим направлениям. Но мы не против, если мы создадим дочернюю компанию и будем у Росатома дочерней компании. Ну, мы можем расширить наш филиал здесь до такого уровня. Значит, я знаю, что есть инициатива Курчатовского института по созданию здесь филиала. Поэтому мы вместе с Курчатовским институтом, конечно, предлагаем у Национальной академии наук и СОСНам подумать о центре научных исследований, возможном создании исследовательского реактора. Мы прорабатываем этот вопрос. Начинаем. Для нас дешевле и рынок более широкий. Все российское пространство будет пользоваться. Нам надо серьезно подумать с точки зрения, прежде всего, что мы будем безопасности, иметь. Безопасности и эксплуатации.